Итак, здравствуйте, дамы и господа. Здравствуйте, вы на канале Дружи Обломов. Сегодня мы будем дегустировать котлету. Котлета приготовлена по-киевски. Она горяченькая. Проверяем температуру пальчиком, мизинцем. Давай. Не хотите? И картошку. Дарья, не хочешь? Дарья. Не хочешь принять счастье? Держи, снимай. Снимаю. Да. Да что, я тебя люблю. Давайте быстрее. Короче, проверяем температуру котлеты. Мизинцем. Я помню только кончиком пальца. Знаете, температура 20 градусов. Это ниже температуры тела, но все равно... Мне кажется, 19. Меня там... А ты как это почувствовала? Там 60. Ты же даже не пил. Интуитивно, ну да. Как маленькая интуиция. Теперь самое главное, мы попробуем эту котлету. Опа, да. Да, благодарю. Даш, посоветуй, какой кусочек съесть, большой или маленький? Большой. Почему нет ни кетчупа, ничего? Ну вот, смотрите, мы дегустируем большой кусочек, мои ассистенты мне помогли. Берем вот такое кусище, вот такое кусище. Всем видно? Полка мне это ровно. Так, собственно... А, запачка меня, ну ничего страшного. Сразу обратно. Горьковато, сладковато, маловато. Нельзя комментировать, когда... Ладно. Нужно запить. Знаете, ничего не хватает. Это котлета... В этой котлете до хрена лучше, я считаю. Я прерву вас с фото. Вопрос в виде сердца. Мафия будет или нет? А на этот вопрос ответят мои зрители. Всем спасибо за...